Алло, человек тесто. Я за ним пошел, типа я крутой. Я не крутой. О, кто-то нас Саву поставил в угол. Я возьму. Сейчас она передо мной вылезет, смотри. Да. Я бабка. А сколько лет, Сань, мы встречаемся? Чаемся, куда? Я тут инсайд. Мне 7. В ожидании хозяина я сижу. Мы идем куда-то, Сань. О, Сань, там боба какой-то. О, еще боба. Я бабка, я упала. Сань, мы проснулись где-то. Я в перчатках. У меня штырь в кармане. Я шуршу. Это что? Бэкр... Ты указ бежит. А что так плавает у меня все? Это я люблю. Я залез туда. Ты со мной в дырочке? Я в тебе. Ладно. Так, почитай. Миндальная вода. Ты ранен. Вылечить себя, выпив миндальную воду. Это как? Это ты свистишь? Да. Хватит свистеть. Ты что за тупой? Алло. Не работать. О, тут документы есть, смотри. А здесь обитает глиста. Это гуманоид, который кажется сделанным из кабеля. Я же сказал, что это кабель санный. Просто интернетовский этот патчкорд. Пятница? Пятница комнат меняется, и его как будто притягивают электронные сигареты. Он вейпер. Алло. Здравствуйте. А ты в лифте? А иди сюда, вот он в начало лифта. Я без тебя поехал. Не нажимается. Стой. Где решетки, там и правильный пароль, наверное, скорее всего. 3, 2, 1, 4 пусть будет. Если ты откроешь дверь, я покакаю. А, записка валяется. А, 1, 2, 3 через 4 запятая. Понял? Че? Ничего, не понимаю просто. 0. Так. 8. Так. 2. Так. 3. Хорош! Ты успел. Ну я все, тогда пошел. Мне тоже надо ввести. Алло. Процесс. Слышно? 0. Подожди. 0, алло. 8. Ой. Иди светящуюся дверь и оживи. Я умер. Ты валяешься реально. Не знаю, на меня напала какая-то женщина. Жизнь 9 из 10. Я кошка. Люблю. Тут собака еще может быть. Реально, уже собака? Тут поверху кто-то ползает. Да, я слышу. Паша, оно рычит. Собака рычит где-то. Нет, там поверху что-то ползало, блевануло на меня. О! Вот здесь где-то, слышишь? Пум-пум. Я спрятался. Она тебя ест? Нет. Я тоже спрятался. Собака! О, какая она страшная! Тарет ходит еще. Он не у меня, если что. Они урчат. Шланг этот мимо меня прошел. Он стоит около меня, этот пес. У меня сердце бьется. Зачем шипит сбоку? Это я. Я хотеть пить. Я не могу. А, и таблетки надо, когда трясет, таблетки надо. Вкинулся? Да. О, смотри. Висючка какая-то. Смотри, это лошадь. Что тебе? На меня это солнышко. Улыбка? Напало, да? Ты тень бегаешь. Не бойся. Все хорошо. Я у тебя тут возьму что-нибудь. Откуда у тебя сундук, кстати? Откуда он выпадает? Из сундучной. Ой-ой. Сейчас отсюда вылезет кто-нибудь, наверное. Да там просто пошипел очень. А вот там дымит, вейпит кто-то, слышишь? О, длинные коридоры, не люблю. О, тут сдох чел в комбинезоне. О, мы его знаем. Это Артур. Все радиоактивно, поэтому если кто хочет войти, требует защитный костюм, иначе радиация убьет. Я хочу войти. Тут скрипит кто-то, Сань. Скрипач какой-то, потом муха какая-то. Собака где-то. А что, страшно? Бабка-то не сыр. Какой-то на замке. И ухо. Я ухо взял. Хорош. Мне кажется, в вейп нельзя заходить, там вейп нейшн лютый. Я глаз нашел. Ты человека собираешься? Ну, похоже. Это тебе бионику? 21 века? О, кто-то нас Саву поставил в угол. Я возьму. О, там улыбка. Да, а когда она появляется, что надо делать? Что не надо знаю. Делать? Я в шкафу. Она там просто висит. Я залез, я успел. Я тоже. Он навыпил, а эта глиста пришла. Слышь, они в команде играют, собака и глиста. О, тут. О, ой. Трубы. Кто-то топает. А, мне что нужно складывать? Их да. Зубы, запчасти? Да. Кто что потерял, типа, он там стоит.
О, здорово. Речь идет о пропавших без вести людях, которые были найдены и свалены на одном месте. Найдите кассету для получения дополнительной информации. Понял? Я нашел комнату. В ней ничего. Классная комната. Прикольная. О, нога. 45. Ничего необычного. Если вы найдите какие-то картины, посмотрите на них поближе. В целом, они скрывают секретный код. Давай смотреть. Сейчас там, прикинь, фиксики просто. Не могу включить в данный момент. Ура, мультики! Сейчас вылазит просто. Ты похож на облако. Я свечу же на тебя, брат. Да тут другая система. Я засел в дверь. Я убежал, я теперь бояться. Блин, давай просто корма насыпем и все. Знаешь, чем питаются собачьи человеки? Ой, близко, близко, Сань. Близко, Сань! Я тебе шкаф освободил. Видел, какой я героичный? Вообще ужас. В смысле ужас, не понял. Тут собака кричит, как маленькая девочка. Я могу с ней поговорить, хочешь? Не хочу говорить! У меня пес. Он рычит. Не хочу общаться с человеческими песами. Тут его друг пришел. Я в шкаф. Я дверь закрыл от него. Я в лифте спрятался. Так листай-то дурацкая на меня напала. Ты понимаешь, это только первый уровень, и там еще их 10. Exit хер. Это ты писал? Да, да, да. О, Вазген пришел. Тут улыбочка. Типа им всем надо что-то разложить по-любому. У меня что осталось? Получается, ухо, нос и нога. Все, давай, челлендж без мата. Реально? Да, будем здесь не материться. Мне 9. Все эти дырочки просмотрели? Я не знаю, я все дырочки уже просмотрел. А вот этот звук, это что? Муха. А, комары? Какая-то. Не люблю мух. У них какашки на лапках. У тебя, это собака? Угу, вот это? Да, да. О, здорово. Вот неожиданность! Вот неожиданность! Я прятаться. Я без мата пытался убежать. О, я испугался, ты говно. Пушистое. А, я сделал, и тут дверь появилась. Оленя сделал? Да, и тут стрелки часов. Сюда иди к оленю. А где оленя? И стрелки часов, на тебе стрелки. О, оленя. О, я могу вставить сюда. Вот так? Да. О, Диндон. Диндон. О, Vape Nation. Да. Ой-ой. Ой-ой. Брат, там слева ящики были. А я спрятался в лошади. В лошади. Это я. Король 13-10? Да. Да. Лошадь беременна. А вон ты. Ой, ты что сделал? Ты что сделал? О, куда? Кто бежит? О, она здесь! Он зашел в дверь! Мой ящик, Саня! Мне все, я все. Я все, Сань. Я все. Мой ящик! Мой ящик! Я выжил. Я выжил. Мой ящик. Все. Вот. А тут щипчики для ногтей. У меня есть отвертка и плоскогубцы. Для чего? Мы должны отвинтить этого глисту. Нам же не страшно, Сань, правильно? Когда они появляются, мне страшно. Ты не бойся просто. Я сейчас, если он не уйдет, я буду троллить его. Во, вижу его, слышишь? Я за ним пошел, типа я крутой. Я не крутой! Я не крутой! Все, он ушел, испугался. Здесь написано, посмотрите на трупы, они скрывают секретный код. Просто почувствуй меня, смотри. Оп. Я сделал. У-ху! Молоток! Санечка, кто здесь умный? Как ты там, в порядке? Все нормально, бупс. Кто-то делает пуки-пуки возле меня. А подожди, у меня этот инсульт. А сейчас звуки буду издавать, готовься прятаться. Я? Плохой человек. Ломать вазы. Мое призвание. Как назвать человека, который ломает вазы? О, смотри, что-то... Что-то здесь было, нет? Ключ красный. Все, пойдем, дверь красный. Сейчас она передо мной вылезет, смотри. Да! Вот я прятаться, бежать. Отсюда бежать. О, собака. Со мной стоит. Да, я смотрю на нее.
О, все. Все, не рычи на меня, я спрятался. А, ты с ней общаешься? Ты знаешь ее язык? Выходи, посмотри на ее попу. Все, подожди. Мы, видимо, только один ключ искали, Сань. Ну, похоже. Собака на меня присел на звук. Фу, у меня сейчас мурашки в яичке спустились. Ты что, в бэкрумсе? О, это что? А, он за стеной. Там, да, за стеной. Ой, какой, слышишь? Ногой. О, там, там таблет. Там улыбочка. Открой дверку, пожалуйста. Там вейпят сзади, Саня, давай скорее. Присмотрись внимательнее. Здесь должен быть какой-то... Че, на меня картина наорала только что. Вот С-буква. Это Ван Гог? Вот, с этой стороны подойди. Ого. О, кот, нифига. Я котика носил. Милячка. Я бы такого поглядел. Кот из букв. Первый, значит, идет С. Ура, здесь предохранитель. Желе, вкусно. Саня, ты не можешь ему в таблет дать и снять с него одежду? Как могу к вам обращаться? Она прям около моего рта была. Короче, вот эти все остальные части тела, для чего находили? Чтобы просто нас запутать, понял? А, есть только несколько рычагов, но одновременно могут быть подняты только три. А вот дверь, в которую войти. Красный не поднимается. А вот. О, открылась. Поднявся. Тут не будет таблеток. Ура! Таблетки! Обожаю. Надень костюм, хочу посмотреть, какой ты будешь дед в костюме. Ты у тебя ухо выпало. Но ты огрызок. А, вообще ничего не страшно, у тебя горб, как у верблюда. Подожди, они атакуют меня. Давай, подожди, давай. Подожди, он сзади, он сзади. Ничего не могу делать. Да, закрыл. О! Я закрыл дверь. Ай, Саня, я умираю. Я умираю. Маляко пить. Он меня съел. Вот это мы команда. Тут плоскогубцы нужны. О, давай. Плоскогуб. Там какое-то существо, которое бесцельно бродит. Слышишь, тут еще страшнее будет что-то. О, это какое-то раздетое существо. Ой, мне кажется... Давай не будем, Сань. The Dark Rooms. А вот, туда идти надо просто. Здесь карнаж был. Что, кавабунга? Да. One, two, three. Девочки, вы упали. Человек-тесто. Человек-тесто. У тебя пощечину дал. А, у меня высосал. Ой, он за мной.